Привет всем, мы вместе с новым видео и новыми новостями. Согласно полученных слухов, в наборе реликвий разгорелась драка. Причина драки между Эпиком и Шилой до сих пор держится в секрете. После этого боя Шила удалила пост из своей учетной записи в Инстаграм и в то же время перестала подписываться на Шилу. Сила также отписалась от учетной записи в Инстаграм. Халил Ибрагим Джейхан поддержал Шилу, и Шила остался подписаться на учетную запись Инстаграм, но все еще была отделена от множества рабочих после этой битвы, которая произошла после Ангела. Я люблю Шилу, этих сотрудников, и все вместе было снято прощальное видео между этой битвой, которая произошла. Они готовятся, но Халил и Мели по-прежнему будут такими события после этого времени, давайте посмотрим. Они следят друг за другом, и в этом отношении я повлияю на вас. Я больше не после этого боя. Сила и Шелк слишком много, я думал, что вы будете смотреть в моем видео, будет больше сцен вместе. Что вы думаете, пожалуйста, не забудьте присылать свои комментарии, и если вам понравится видео, я буду очень счастлив. Хорошо провести время, всем вам